Всем привет! Сегодня у нас на обзоре такая вот паровая станция от фирмы Китфорд. В комплекте идет, значит, база, утюг и мерный стаканчик. На самой базе есть отсек, куда залить воду, а также регуляторы. Мощность подачи пара, функция очистки, индикатор о состоянии готовности парогенератора и кнопка включения-выключения. Также на самом утюге есть регулятор мощности и подачи пара. И кнопка LOCK – это беспрерывная подача пара. Ну что, начнем. Включаем станцию. Здесь стоит максимальная подача пара. На утюге также ставим, примерно у нас будет хлопок. Ждем, когда нагреется. Индикатор погас. Включаем непрерывную подачу пара. Сейчас у нас должен пар пойти. Ну вот он идет, такой поток. Прям непрерывный. И можно утюжить. Одной рукой, конечно, не очень удобно. Но пар идет, в принципе, непрерывно, на самом деле. Довольно-таки неплохой такой струей. Так гораздо легче утюжить, когда большой поток пара. Это занимает гораздо меньше времени. Слава Богу. Еще одной удобной функцией является то, что можно отпаривать вертикально разные вещи. Это шторы, тюли или одежду, например, чтобы рубашка была без стрелок. То есть пар позволяет. Не прогрелся немножко папой. Доутюжив двумя руками, он прекрасно справился с постельным бельем после сушильной машинки. Вот утюжил, все нормально. Подведя итоги, я могу сказать то, что два таких не совсем минуса, а недостатки, вот лично я, которые обнаружила, то, что утюг не совсем комфортно стоит. Он все время как будто норовит упасть из-за шнурочка этого. Его как-то сложно поставить прям твердо. И то, что он довольно-таки легкий, как-то по сравнению, возможно, с моим старым утюгом, мне как будто немножко не хватает веса. Вот именно пресса, когда вот утюжишь, собственного веса как будто не хватает. Вот, но в целом паровая станция меня устроила. Бренд Китфорд уже для меня известный, у меня много продукции дома. Поэтому за свои деньги это вполне достойный гаджет и замена старому утюгу. Так что я бы, в принципе, его порекомендовала.